Всем привет! Недавно в продаже появился редкий ВАЗ-2103 с автоматом. На ваших экранах представлена тройка, оснащенная автоматической коробкой передач. Этот автомобиль 1981 года выпуска находится в Новосибирске и стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Установкой трехступенчатого автомата, разработанного концерном General Motors, занимался голландский дистрибьютор Волжского автозавода. Такая модификация выпускалась в Нидерландах с 1977 по 1983 год. Всего собрано около 250 седанов. Автоматическую коробку передач голландский дистрибьютор устанавливал в паре с 64-сильным двигателем от пятерки. Он оснащался карбюратором Weber итальянского производства. Экземпляр, привезенный в Новосибирск, прошел полную реставрацию и сейчас находится в идеальном состоянии. Продавец готов доставить редкую трешку в любой город на автовозе.